Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Эннерс, для которой понадобится одна фишка, один железный топор и около 10, наверное, обычных. Так, заходить мы будем вот от Седова, как и в прошлый раз я заходил. Потом идем вот сюда. Здесь должен быть маленький ящик. Тынкс. И потом взрываем вот здесь. Так, ребят, некоторые ящики я уже открыл, забыл сказать, что вам надо быть очень-очень аккуратными, чтобы зомби не пробегали вот здесь. Так что, когда ломаете ящики, бегите куда-то вот сюда. У меня они пару раз пробежались, около 10 шума мне добавили, это не есть хорошо. Так, тут бензин, фильтры, окей. Здесь чего? Микросхема. Хрень всякая пока. Тут изолента пускай будет. Так, здесь бинты. Спирт я нам заберу. Водичку заберу. Следующие это доски. Слитки. Уголь. Всякая ересь пока что. Так, вот тут вода тоже можно забрать. Лишней не будет. Пивасик также заберу. Да, в этом ящике. Один красный талон, ну такой себе. Здесь я еще не мал. Если уже смотрел, здесь пусто. Окей. Так, умирать я тут не собираюсь. Смысла-то особо нету. Лут, как вы видите, не очень-то и много, особенно хорошего. Поэтому я сделаю вот так вот. И попробую пройтись по другим комнатам, если мне это получится, конечно же. Так, вопрос, как мне туда зайти? Скорее всего, или проще всего, блин, есть тут похавать что-нибудь, нет? Нет, ничего похомячить. О, спасибо. Так, вот сюда, наверное, я пойду, здесь сломаю стенку. И мне надо, чтобы громила прибежал ко мне сюда. В принципе, даже, по сути, это даже не так важно, если он прибежит или нет. Мне надо зайти вот сюда, сломать вот тут ящики. Посмотреть, что в них есть интересного. А там уже буду думать, стоит это забирать или нет. В принципе, урон он все так не набьет. Я потом выйду от Седова, и он... Вот этого можно убить. Телепортанется сюда обратно. Давай, телепортайся. Отлично. Так, а теперь беги сюда, мой хороший. Ты мне тут нужен. Так, топоры еще есть. Здесь... Блин. Можно еще вот сюда пройти. Тут тоже есть два ящика, насколько я помню. О, да, вон там два ящика лежат. Громилка, ударь. А вот здесь уже надо быть аккуратным, потому что если он телепортанется... Хотя нет, он вряд ли меня закроет тут. Поэтому... Свобода действия тут вроде какая-то есть. Так, открыли. И теперь бежим, громили. Давайте будем посмотреть, что в этих ящиках. Тут кожа и очень много воды. Кстати, воду я, наверное, заберу, почему бы и нет. Ну, если другого ничего не найду, водичку я бы забрал. Тут тоже всякая ересь. Тихо. И в этих двух ящиках есть что-то. Мусор. Колеса. Нормально. Так, и второй ящик. Больше ящиков на этой базе я не наблюдал. Ну, как бы есть они где-то еще там, возможно. Тут, может быть, тут. Но там один, максимум два ящика вы еще найдете. Поэтому, мне кажется, если ломиться, то лучше это делать где-то здесь. Так, вот это я забираю все у него. Оно ему вряд ли пригодится. Ну и плод пускай будет, можно схавать. Тихо, ху-ху-ху-ху, что так много-то. Спокойно, спокойно, брысь. Так, в общем, сейчас я вам покажу лут, который мы вынесли с помощью одной фишки. А вы уже будете решать, стоит это взрывать, не стоит. Ну, скорее всего, я бы не взрывал больше. А на этом все, пока-пока. До скорых встреч.